Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественных силиконовых виброхвостах от компании Savage Gear. Моделька называется 4 Play Shed. Данные силиконовые приманки поставляются в такой вот упаковочке. Упаковка выполнена довольно-таки отличная. Я сразу здесь убрал данную картоночку. Весит данная приманка 5 грамм или 1/6 унции, и длина ее составляет 8,5 сантиметра. Приманка у нас не съедобная, это обычный классический силикон, без всяких аттрактантов, ну и так далее. Расцветка у нас в данном случае называется Blue Pearl Gold, и изготовлены данные приманочки в Китае. Приманки находятся в таком вот контейнере. Сама приманка при детальном рассмотрении выглядит таким вот образом. Довольно-таки детализированная приманочка. Имеется имитация пасти, жаберных крышек, имитация глаза. Все это отлито, разумеется. Также имеются поперечные полосочки-насечки, имитирующие у нас чешую. Приманочка в хвостовой части состоит из таких вот сегментов, и причем внутри, скажем так, между сегментами имеются такие вот вертикальные штыречки. Я не знаю, для чего это, возможно, для каких-то гидродинамических свойств это предназначено. Ну, в общем, таким вот образом изготовлена. Пяточка выглядит у нас так вот. Довольно-таки крупная пятка. Сзади на пяточке у нас указан вес приманки 8,5 грамм, соответственно. Приманка за счет данных сегментов у нас получается очень живая. Вот просто ее держу, и хвост складывается параллельно туловищу приманочки. Очень живая игра у данного виброхвоста. Опять же, повторюсь, за счет вот этих сегментов. Играет он даже на самых медленных скоростях проводки и играет довольно-таки активно. В общем и целом, очень классная приманка мне понравилась. Она подойдет как универсальная приманочка по среднекрупному окуню, по щуке, ну и подойдет, я думаю, по судаку. Оснащение здесь тоже всевозможные, можно использовать на поводковых оснастках, оснащать также джиголовкой, жестко впаянным в нее крючком, оснащать одинарником, даже можно сюда оснастить и двойничком данную приманку, и при определенном опыте можно также и сюда пристроить и офсетный крючок. Проводки тоже подойдут равномерки, с остановками, пелагические в толще воды проводочки, также джиговые проводки, разумеется, ну и так далее. И различные виды проводок на поводковых оснастках. Очень классный виброхвост, однозначно могу порекомендовать. Данные виброхвосты вы можете приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео оставлю промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.